В зале ученого совета Рязанского государственного медицинского университета состоялось первое заседание попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, который возглавил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Почетным гостем стал первый вице-президент Русского географического общества Артур Челенгаров. Вместе с главой региона он подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Рязанской области и Русским географическим обществом, что и являлось основной целью встречи. В наши дни Рязанское региональное отделение географического общества ведет работу в рамках проекта «Наследие Русской Америки», активно занимается экологическим просвещением, патриотическим воспитанием молодежи. Именно патриотизм в отношении к миру, в котором ты живешь. Сегодня мы подпишем соглашение о сотрудничестве между Русским географическим обществом и правительством региона. Это даст возможность взаимодействовать в сфере научной деятельности, организовывать экспедиции с участием молодых рязанских исследователей и опытных исследователей, реализовывать совместные экологические проекты, активно развивать в Рязанской области внутренние туристические маршруты. Русское географическое общество было основано по высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. За годы существования общество внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней, Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии и других территорий. В нашем регионе Российское географическое общество зародилось в сентябре 2010-го, а спустя 2 года был также создан музей путешественников. Я уверен, что все у вас будет нормально. Не только в Арктику, не только Малахов, который ведет всех в Арктику, и будет история изучаться вашей области. Также участники совета отметили, что сегодня необходимо обратить внимание на историю Рязанского края. А Артур Челенгаров, в свою очередь, сообщил, что рад встрече и подписанию соглашения, заметив, что оно должно стать документом о понимании, что региональное отделение Российского географического общества должно активно участвовать в изучении родного края и патриотическом воспитании. Челенгаров заверил, что именно эти два аспекта и являются главными целями работы Русского географического общества.